60% многоквартирных домов в Курской области нуждаются в капитальном ремонте. Однако средства в специально созданный региональный фонд поступают далеко не в полном объеме. Чтобы сократить количество неоплаченных квитанций, требуется тесное сотрудничество с органами местного самоуправления. Подробности обсудили на совместном заседании палат городских округов и поселений Совета муниципальных образований Курской области. К концу недели будут готовы проекты по проведению капитального ремонта в 68 многоквартирных домах региона. А к концу первого полугодия в Курске заменят несколько десятков лифтов, в том числе и за счет взносов жителей. С участием регионального оператора в муниципальных образованиях проведены встречи с населением, с управляющими компаниями. И если в целом так сбор где-то от населения составляет примерно 60%, но задача стоит еще эту собираемость увеличить. В лидерах, значит, как это ни странно, и Железногорск, как это ни странно, и Курчатов. Значит, не очень мне нравится картина по Щегровскому району. Если в городе порядка там больше 70%, то в районе, значит, меньше 50%. Чтобы уменьшить число неплательщиков, решено продолжить разъяснительные беседы с населением и расширить перечень организаций, где взносы на капремонт можно платить без комиссии. Кстати, со следующего месяца за доставку квитанций возьмется Почта России.